Рад видеть вас на канале Device. Сегодня у нас на обзоре монитор Philips 273V7QDAB. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на этот монитор. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Превосходный широкий дисплей в компактном тонком корпусе поражает качеством и разрешением изображения, а также обеспечивает комфорт для глаз. Philips V-Line позиционируется как линейка мониторов начального уровня для домашнего офиса. В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости. Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 на 1080. Четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей. Естественное изображение словно оживает на глазах. Соотношение сторон 27-дюймового монитора составляет 16 на 9. Разрядность матрицы 6 бит плюс FRC. Частота обновления монитора от 56 до 76 Гц. Минимальное время отклика матрицы 5 миллисекунд. Smart Contrast анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии. Smart Image — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как офис, фото, видео, игра, экономичный и так далее, в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима Smart Image динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме экономичный потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки. Для дополнительного снижения нагрузки на глаза у монитора предусмотрен режим чтения с уменьшенной яркостью и синим спектром. Дисплей Philips оснащен тонкой рамкой, она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие. Создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран. Дизайн Philips V-Line выполнен в классическом черном цвете. Небольшая подставка не занимает слишком много места на столе. Элементы управления находятся на нижней грани монитора и включают в себя 5 удобных кнопок для навигации по экранному меню. Подставка монитора позволяет настраивать угол наклона. Также поддерживается крепление на стену с помощью VESA-совместимых кронштейнов. Режим Low Blue для продуктивности и защиты глаз. Исследования показали, что, как и ультрафиолетовые лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips Low Blue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие. Технология устранения мерцания Flicker Free позволяет полностью избавиться от мерцания.
благодаря источнику постоянной светодиодной подсветки. Подсветка монитора создает равномерный поток, благодаря которому глаза не ощущают переключения изображения. Smart Contrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии. На задней панели расположены разъемы: один HDMI версии 1.4, один DVI-D, один VGA DSAP, один выход для аудио и наушников 3,5 мм, один аудио вход ПК 3,5 мм, одно гнездо питания 220 вольт AC. Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости. С помощью одного HDMI кабеля цифровой видео и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников. В Philips используется встроенный блок питания, максимальная мощность 26 Вт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится: шаткая подставка, засветы по углам, нет регулировки высоты. А вот что покупатели оценили больше всего: цена, большой экран, IPS, яркость, углы обзора, тонкие рамки, 75 Гц, дизайн, VES-окрепление. Если вы уже обладаете данным монитором, то в комментарии напишите нам свой отзыв о нем. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этого монитора. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Device. Скоро увидимся!